It's alright. Feels good. Kick it. Привет! А вы любите хот-доги? А вот в Нью-Йорке на главной площади Таймс-сквер тысячи пчел облюбовали зонтики уличных заведений общественного питания, торговавших хот-догами. Представляете, целый рой пчел, которые пытаются поглотить ваш хот-дог. Полиции пришлось перекрывать соседние улицы, чтобы обезопасить людей и решить нестандартную проблему. К счастью, никто не пострадал, ведь на место приехал пасечник-профессионал и собрал пчел специальным пылесосом. Прям как в охотниках за привидениями. Жители же города просят выяснить причину возникновения таких насекомых в городе. Расскажу вам о весьма необычном случае, который произошел с псом по кличке Харли. Во Флориде, США, местный житель по имени Шейн Хейл решил обойти весь мир на яхте, взяв с собой компанию любимого пса Харли. Во время шторма пес упал за борт и вынужден был проплыть 5 километров при 3-метровых волнах. Судно, попав в сильный шторм, едва удержалось на плаву. Двигатель отказал, из-за чего оно пошло кругами. Сломанная мачта ударила Хейла, из-за чего он потерял сознание. Очнувшись, мужчина не мог найти своего любимого питомца и понял, что его смыло волнами за борт. Он связался с береговой охраной и стал ждать спасения. В итоге, меньше чем за сутки животное было обнаружено на берегу прохожими. Собака преодолела в шторм 5 километров и смогла выжить. Если бы мне лет так 15 тому назад кто-то сказал, что с помощью принтера можно будет печатать предметы не только на бумаге, я бы посчитала его сумасшедшим. Но сегодня такие технологии активно развиваются и используются также в животном мире. Аллигаторы используют хвосты при маневре во время плавания и передвижении по суше. Без них животные обречены в дикой природе. Силиконовый протез дал аллигатору второй шанс на жизнь. Теперь он сможет полноценно двигаться, и это не может не радовать. На этом все. До скорой встречи. Пока.